Этот новый современный каток не уступает главным ледовым площадкам страны. Его площадь почти 3500 квадратных метров, вместимость 400 человек. Здесь удобные раздевалки, здесь удобная территория по подготовке к выходу на лед. Здесь очень хороший лед. Действительно, рекомендую всем приходить, кататься. Хорошие условия в Тау-парке созданы для маленьких фигуристов и для тех, кто только впервые встает на коньки. Защитной экипировкой, а также помощниками фигуристов в виде медведей, пингвинов и миньонов может воспользоваться каждый, кто неуверенно стоит на коньках. Тут круто, есть даже, чтобы дышать, миньоны всякие, еще мишки, пингвинчики, вообще щупел. Катание в Тау-парке проходит сеансами, за день их 9, каждый по одному часу. Между сеансами получасовой перерыв, чтобы обновить покрытие до идеального состояния. Под ледовыми дорожками у нас расположено охлаждающее оборудование по всему периметру. И поэтому нам позволяет это оборудование намораживать лед при температуре до плюс 5 градусов. Пункт проката коньков находится на территории Тау-парка. Здесь самое главное – тепло, просторно и комфортно. Индивидуальные шкафчики рассчитаны на 400 персон, а при наличии карты постоянного посетителя вы можете выбрать любую услугу через терминал. Заточка коньков, детская защита и прокат. Кстати, здесь идут гостям навстречу. Коньки можно взять без залога. Помимо этого, карта служит ключом. В раздевалке все шкафчики оборудованы электронными замками, что гарантирует полную безопасность хранения ваших вещей. Перед выходом на каток вам выдают вот такие вот одноразовые носочки и новые коньки. Коньки очень удобные, без шнурков и застегиваются в два щелчка. Покататься на коньках саратовцы могут ежедневно с 8.30 утра и до 10 часов вечера. Кстати, с наступлением темного времени суток каток заметно преображается. Уютную атмосферу создает хорошая музыка и подсветка. Работать каток будет до марта, а летом вместо льда появится два открытых бассейна для взрослых и детей.